Владимир Максимов говорит, ему повезло. Ни он сам, ни его близкие коронавирусом не болели. А теперь и прививка подоспела. Сегодня ему предстоит сделать первый компонент вакцины. Говорит, в необходимости процедуры не сомневается. 3 дня не мочим. Рука может болеть, может температура подняться. Все вакцинируются, я вакцинируюсь. Какая разница, чтобы не болеть? Теперь сделать прививку от коронавируса могут и пациенты с ненормированным графиком работы. Раньше все процедурные кабинеты были открыты с 8 утра до 8 вечера, что было не для всех удобно. Сейчас один из кабинетов Самарской городской больницы начал работать круглосуточно, расположен он по адресу Мичурина, 125. Работает не только без ограничений по времени, но и без праздников и выходных. Такая практика в регионе впервые. Прививочную кампанию мы ведем с первого дня прививочной кампании. Это с декабря 2020 года, как только поступила первая партия вакцины. И вот по сей день. На сегодняшний день у нас привито почти 8 тысяч населения. Пациенты могут обратиться со всего города Самары, из любого района. Это не воспрещается. Чтобы сделать прививку, при себе нужно иметь полис, паспорт и СНИЛС. Он нужен для получения сертификата о том, что прививки сделаны. Процедура бесплатна. В регионе вакцинация проводится в 164 прививочных пунктах, из которых 19 мобильных. Прививки сделали уже почти 230 тысяч жителей области. Из них более 149 тысяч получили второй компонент вакцины. Сергей Кизоркин, Виктория Шара, события.